Галя с Ростова, ты подарила мне Галю с Ростова. Так, занос пишем, на канал подписываемся, подписки открываем. Очень важный этот момент, еще раз проговариваю, на всякий пожарный, ребята. Все, смотрим бонуску. Отличная музыка здесь в слоте, так приятно ее слушать и хочется... Ребята, от работника ни одного сообщения, ну что это за хуйня? Братка, он не в бане? Ну, модератор, какой бан, ты что, ебанулся? Ладно, смотрим бонуску. Бля, ну ты хоть выйди на связь, этот, как его, Артем Лыков, выйди на связь. Это Валя в халате. Нет, ребята, это была не женщина. Женщина была, это женщина. Но не очень молодого возраста. Вы спрашиваете, кто был в халате? А, все, уже наебка. Смотрите, уже сейчас не будет ничего, потому что он седьмым спином дает уже закрут. Ну, давай X20. Так. Бабушка, Галь. Ну, это дохуя, но могло быть дохуя, дохуя, дохуя. Могло, ребята, если бы вот он Галю сейчас поставил на четвертом, ну, наверное, было бы дохуища. Мне кажется, X300, блядь, было бы, если бы он там еще и закрыл. А так, какие-то X-сотка, блядь, да. Ну, неплохо. Больше X100. Больше X100! Блять, может это рекорд случайно? На X20, прикинь, там и так, и сяк, и наперекосяк, и в хриву, и в гриву, и под хвост, и под гриву, и в хвост. И в хвост. Братка, признайся, в костюме была девушка. Да, ребята, честно, нет, в костюме была женщина. Женщина не молодого возраста, взрослого возраста, слишком, ну, такого среднего возраста, как я. Плюс-минус 10 лет, плюс-минус 10 лет. 45. Заебись. Так, 45, Баба Ягодка опять. Отличный слот! Эту прекрасную победу я посвящаю славному городу Ростов-на-Дону, потому что Галя в этом слоте, она именно с Ростова. Спасибо, ребята, от души. Ростов с Рождеством. Предчувствие, что сейчас же есть в баночке, зайдем, короче, и в баночках бонуса уже нет. Прикиньте, истек типа бонус. Нет, нормально. Нормально! Смотрим. Все, иду курить. Да, блядь, ребята, давайте покурим. Ну, хорошо, могу курить и сейчас. Блядь, а вы справитесь с банками? Вы справитесь с банками? Справимся, да? Справимся смело. Ну и все, нахуй. Все. Вообще спокоен, ребята. Вас оставил за старших. Ну, правда, Гандоша может обидеться. Ну все. Оп, поехали. А, подождите, брат-то здесь? Брат, давайте брата оставлю. А ну, брата. Эй, Алёша, давай заноси. Поехали. Побежал курить. Ну, блядь, что-то мелко. Ладно, ловите. Ловите. Хоть бы покурить успел, а? Обычно не успеваю нихуя, не покурить ничего другого. Ну, в этот раз мы... По-моему, вы более чем справились. Спасибо вам огромное, пиздец.
Это какая ставка? Там 400 рублей было. Нормал. Ну, это, конечно, не перебивает предыдущего рекорда. Но, тем не менее, план есть главное. Да, мало по такой ставке. Ну, нормально, чё. Мало? Мало по такой ставке. Это знаешь, сколько, родной? А сколько? По 400. Нормально. Ну, куда мало-то? X200. Ребят, нормально, нормально. Не будем жадничать. Жадность бедность порождает. Только нужно, ребята, поставить лайк под этот стрим. Если не поставили, воткните лайкон. А, так, Серега Казаков, пиши ID. О, нихуя, за первое место. Все, за первое. Ебать, 100 тысяч, 100! 50 тысяч, сюда иди. Фараон, ребята, фараон у нас. Тихо, кто спал, просыпайтесь. Фараон, еще. Блять, ребята, дайте 4 фараона. Давно не видел их, 4. Давненько не видел, правда, ей-богу. Но, скорее всего, если 3 дал сначала, уже 4 не даст. Скорее всего, он так обычно сразу дает. Либо не дает, потом 4. Дай еще 3. Ладно, ну 2 раза по 3 часто бывает дает. Серега Казаков, пиши. Скучновато, когда занос. Все, вот занос, пожалуйста. Уже X100 и еще спинов, будь здоров. Давай, пожалуйста, 3, еще 3. Не буду просить, не буду жадничать. Попрошу 3. 3 даст. Братик, братик. Передай привет трухлявой коляске. Трухлявая коляска, здорово. Трухлявая коляска же сейчас по-любому урит на занос, а? Ретригер, охуею. Мультишанс, вы что, ребята, прикалываетесь? Мультишанс надо ставить, ретригер. Мультишанс. Сука какая, блядь, а. Ну, скорее всего, ребята, усё. Учитывая, как они ставят, это, наверное, ретригера. Все нормально. Все нормально. Маленькую щепотку ауры у вас хочу попросить в чат. Вот кто что может? Снегирь нормальный символ. Снегирь нормальный символ. Маленькую щепотку ауру дайте. Кто что может? Смайлик написать, красава, заноси, дай ретригер. Просто занос, команда пиздец, команда удача, команда хоть что-то, команда 3 фараона, команда 4 фараона, команда фараона, фуллскрин, ну что-нибудь, сейчас будет интересно. Если мои подсчеты верны, то сейчас еще будет занос с фараонами. Блять, ну как я это видел, ну почему оно не дался с третьего, это же было бы нарезка пиздец, ну вот сука, а. Ну ладно, 75 тоже пойдет, это два плана, фараон. Ретригер. Ну сделай. А давай ты все откроешь, а, друг? Может, это самая бонус? Блять, ребята, ну подождите. Смотрите, одного ястреба и было бы 100 тысяч. Одного ястреба и было бы 100 тысяч. Ну, снегирь нормальный символ. Если, господа, в Legacy of Dead нам про каналы это страт... Ну-ка, ретригер. Блять, снегирь нормальный символ все равно. Все равно снегирь нормальный символ. Я к чему? Вы вспомните, как мы делали? Надо просить ретригер. Но говорится, просится как? А может, это тот слот, который нам даст X2000, ребята? Может, это тот самый слот, который нам даст X2000, а? А может быть, это... Вот зашли мы, да, вот поймали эту бонуску в Book of Sun. Может быть, это та самая? Вот, ну, уже X200. Ретригер. Ретригер. Ну, тут только ретригер нужен, братик, выручай, а? Ну, сделай, ну, мы должны этот день запомнить, нахуй. Ну, уеби так, чтобы тапки отлетали у всех. И у снегирей, и у голубей, и у жуков-пауков, и у фараонов, и у тузов. Ну, всех. Сделай. Фараон, фараон. Ну, ретригер только спасает. Шляпа. Три спина. Три спина и три книги. Ну, братка, бензина не везете? Скорее всего, это все. Может быть, конечно, есть надежда, что он сейчас ретригер на крайнем. На крайнем любит ретригер. На крайнем ретригер. Любил раньше, нахуй. Раньше любил ретригер на крайнем. Ладно. 10 спинов Минотавра сделаешь? Сделаю. Братка, фартовая фура доставлена в Иркутск к твоим... А, все уже, паха, они уехали, ребят, все нормально. Фартовая фура к твоим землякам, весь Иркутск возле фонной фуры с бензином на центральной площади заносу будет. Спасибо, паха, от души. Благодарю за службу, дорогой мой. Итак, X200, это не рекорд, но это нормально. Это 3 почти плана. Да хули почти, это 3 плана даже с хвостиком. 3 плана с хвостиком, вот прикольно. Все, выходим. Поехали, бонус для Алматы. В Book of Sun. Руси. Можно деда. Блин. Ну говорили, колокольчики вроде неплохо. Неплохо дают. Колокольчики. Ладно. 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 А те, кто ставили ставки в начале, сколько будет бонуски, сколько X максимальные, ребята, это все. Ну ты че, ебанутый? Хочешь меня ретригерами сегодня задрить? Ну, кстати, ребята, если уж говорить про Рождество и про слоты рождественские, уж этот, наверное, на первых местах. А ну, посмотрим, чудеса-то имеются у нас сегодня или нет? Или закончились все чудеса?
Для нас-то чудесо какое-никакое придет. Смотрим внимательно. Конечно, было бы круто, если бы он поставил деда, блядь, и дал бы вот так ретриггер. Но тогда бы, ребята, я просто бы, наверное, бы охуел. Ну, тело как на шарнирах заиграло сразу после второго ретриггера. Норильску здорово, с Рождеством, Норильск! Да вы чё, ебануты? Ебанаты? Вы чё? Ну, серьезно, ребят. Ну, наверное, не будет, ребят. Не будет, наверное. Может, будет? Блять, ну ладно, прощаем. Ну, вот это плохо, что сейчас не дал. Скорее всего, уже не даст ретриггера. Уже не даст. Вот я вам, ребята, все-таки опытом своим плескану в вас чуть-чуть. Не будет, скорее всего, уже ретриггера. Вот он волна берет. Колокол. Сука, ну ставь хоть колокольчиков, а. 30 спинов, ебать, в Book of Santi, 30 спинов с нормальным символом, с колокольчиком, не с десятками, не с вольтами. Напоминаю, ребята, что 5 колокольчиков, это будет очень много. Ну как очень много? Ну очень много, ну 300, 350 тысяч, наверное, да, или сколько там, 375 тысяч. А ретриггера больше не будет, к сожалению. Хотелось бы, но это для Алматы бонус, ребята. Спасибо большое Алматы за то, что вы со мной. Салам Казахстану. И еще раз, на всякий случай, если, чтобы не забыть, спасибо огромное Красноярску. Красноярск сила, Красноярск топчики. Я надеюсь, уверен, что сегодня мы закончим. Ну сломай стереотип, сломай. Вот так, блядь. Вот так, нахуй. Вот так. 40, блядь. Интересно, блядь. Неужели чудеса для меня остались? Для меня пару чудес осталось? А? Пару чудес осталось для меня или нет? У Дедушки Мороза. Еще? Ну, блядь, ну дай хоть по 3, а? Ну что ты по 2? Спинов 40 штук. Уже 20 истратили. 19, ладно. Ставь. Ну бесишь, блядь. Еще. Ну хотя бы 3 поставь. 2 по 3, 3 по 3 и все, и будет нормально. Ребята, ваше здоровье с Рождеством. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Курлыкин, это 5 колокольчиков, лям будет. В смысле лям? С каких хуев? Подождите, колокольчик это как фараон, что ли? Да нет, вроде, это же как... Или... А кто тут другой? Подождите, а кто тут петух? А кто тут собака? Ребята, кто петух, кто собака здесь? Не могу вкурить. Звезда еще есть. Звезда, кто петух, собака? Или... Блять! Ну, братик. Братик, ретриггер. Ретриггер. Ребята, звезда, петух, собака или фараон? И кто такой колокольчик? Петух, собака или фараон? Если фараон... Если колокольчик это фараон, то тогда пиздец. Тогда полян... Это пиздец. Это 4 будет, ребята, 200к. Фараон это собака или кто? О, за колокольчик это собака или фараон? Блять, я запутался. Колокольчик, фараон. Охуенно, девочки и мальчики. Все, молчу. Молчу. Линия, похуй, линия тоже пойдет. Я люблю линию. Ну вот только X100, ребята, за 34 спина. Про ретриггер я молчу. Ладно, три. Сколько? 70, хорош, 2 плана подъехало. Ой-ой-ой. Мамочка родная, роди меня обратно, мама. Мамочка родная, роди меня обратно. Ребята, хорошо. 50, нахуй. 50, блядь. Красноярск топ. Алматы топ. Казахстан сила. Смотрите, что Казахстан творит. Охуеть. Ну, Казахстан топчики вообще. Взяли, ворвались. Хач-хач, бум-бум-бум. И все, и вышли по красоте. Ну, ребята. 5 ретриггеров в Book of Santi. Это пиздец. Теперь я видел все. Ну, скорее всего. Больше ретриггеров не будет. Но он, по-моему, больше 50-то и не дает. Там же лимитка у него стоит. Нет, нет, да, нет, нет, да. Вот. Саночки, сука. Но он же может еще и 4 колокольчика дать. Или 3. Блять, ну это фараоны. Ебать, это фараоны. Это 4 колокольчика, 200 тысяч. 5 колокольчиков, это лям, блять, охуенно. Но это X2000 будет. Ну что, брат, удивишь меня в Новый год колокольчиками? Если бы, ребята, я знал, что это фараон, я бы аурил бы по-другому вообще. Я настроился, что это, блядь, собака или петух. Понимаете? Колокольчик. Блядь, ну три, ладно. Ладно, три, еще 20-ка. 120, 117, нахуй. Хорош, 3 плана подъехало. Еще ретриггер, пожалуйста. Сука! Ну дай колокольчиков, да 2 спина. Колокольчик. Да не даст, не даст.
не даст, сука, накаркал. Леспин. Блин. Это должен был ретригер быть. Ну, ребята, ну честно хочу сказать вам, за 50 спинов с фараонами X220, ну это какая-то хуйня. Мне кажется, это гадина. Гадина. Ладно, смотрим. Ну, эндорфина сегодня меня, походу, жалеет сильно. Ладно, забираем, хули выделывается.